Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию, что два гостя курорта торгуют наркотиками. При проверке информация подтвердилась. В ходе личного досмотра у молодых людей 19 и 23 лет правоохранители обнаружили и изъяли 16 свертков с белым кристаллообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотик, производная N-метилэфедрона общей массой 70 граммов. Установлено, что подозреваемые планировали сбыть это через тайниковые закладки. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело, а санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.